Пустая. Ну, честно говоря, как-то думал я, что она будет поменьше. Вернее, побольше. Или он поврежден. Или что-то с ним не так. Замок стоял. Ну, он не поврежден. Здесь есть одна батарейка. Вот, в принципе. Сейчас мы ее поставим. Интересно, что здесь сделано. Ну, от того, как надавливаешь, конечно, зависит многое. Но, тем не менее, можно написать, например, какое-то послание. Повесить на холодильник и или о том, что нужно будет в холодильнике дополнить. Есть петелька для шнурочка, что уже интересно. Неодиминовых магнитов я здесь не вижу, но можно, в принципе, попытаться их поставить, если они не повлияют на функционал. Выглядит это следующим образом. Здесь также есть замок для стирания, то есть можно что-то написать, и кнопка стирания работать не будет. Ну, в принципе, неплохо. За такие-то деньги, конечно, неплохо, но хотелось бы, чтобы для ребенка это было как-то побольше. Вот в таком положении его фиксировать можно. Ну, в принципе, гаджет, конечно же, интересный. Сейчас мы поставим сюда темлячок. Хорошо, что он идет с батарейкой и полностью рабочий. Ногтем, кстати, тоже можно писать. Вот. Неплохая штука. Для тех людей, которые берегут ресурсы нашей матушки планеты и не хотят использовать гору бумаги. Может быть, в качестве темляка использовать резинку. Сейчас попробуем, как это будет. Думаю, ребенку не очень сильно это понравится. Но без веревки, скорее всего, какого-то темлячка маленького даже, она потеряет карандаш. Ну, в принципе, да, на привязи, конечно, это не то. Надо немного длиннее что-то сделать, придумать. Но, тем не менее, как-то так. Есть место для фантазии. Вот еще по поводу магнита. Неодиминовые магниты. Будут ли оставлять какие-то полосы, если прикрепить, допустим, к холодильнику его? Да нет, в принципе, ничего не оставляет. Очень даже хорошо. Можно экспериментировать будет. В общем, как-то так. Все ссылки будут в описании. Кому понравилось, заходим, заказываем. Цена данного гаджета чисто символическая, в районе $2, $2-3. Ну,
как для забавной игрушки, я думаю, это нормально.